Perhaps we could have used the gun. Oh. Use that, you can't use that. Right. Haystacks. Where's the haystacks? Is that the haystacks? Damn it, where are the haystacks? Well, let's go there. I think it's around here somewhere. What is he doing? That's the shop. That's the barn. You're there, so it must be that way then. Hey, he's got nice shoulders, that one, hasn't he? Oh, it's the haystacks. Can we take Нет, some? Это сено кто-то складывал, а теперь мы его раскидывать будем. What, none of them? Этот сток тревожить не стоит. Мало ли что. There's some clothes for the scarecrow as well. We haven't been here yet. Can we take that? Хороший топорик. В хозяйстве сгодится. Can we have it? Ah, brilliant. What's in Колодец there? Бревенчатый, обыкновенный. Здесь можно набрать воды, если очень сильно мучит жажда. Right. Got an axe. What can we do with an axe? Hang on. Didn't go to his house, did we? Go in his house. Привет, фурман. Глуховатый чуток? Привет, говорю. Смотри, Петька, он, наверное, дар речи потерял после вчерашнего. А, это вы, товарищ Чапаев. Ты же Фурманов, как не свой. Не допил или переспал? Да я это... Чудной ты какой-то. Oh, I think it's got a cold. Well, it's not empty. Empty bottles. Lots of empty bottles. Weapons. Oars. Do we need any of these things, you reckon? Hey. Фурманов запасся всяческим оружием. Если придут белые, уж мы дадим им отпор. About the oars. Это специальное вооружение для женских отрядов. Вы ведь слышали, Василий Иванович, эти жуткие легенды про полк девушек с веслами? Говорят, они в бою просто звери.
Ох, не напоминай, Петька! На что я боевой командир? А как представлю себе этих баб с веслами наперевес, даже мне жутко становится! Right, we just use them for rowing boats. Hey! Can't take anything. We've got an axe. Can we chop that tree up? Where is it? There? Маловат топорик. Таким топориком только сучья рубить. Сучья, говоришь, Петр? Отставить ругаться! Маловат топорик. Таким топориком только сучья рубить. Сучья, говоришь, Петр? Отставить ругаться! Where else is it good for? That's one. No. No. Oh, what did the chap and the bees want? Landfill. Go back to the landfill. Can we? Не на камнях растут деревья. Не на камнях, Василий Иванович, а на свалках. Никогда не перебивай меня, а то навсегда тут оставлю. Пасечник Кузьмич, простой советский крестьянин. Don't cut the tree down. Can I chop the signs? Срубить указатель? Без него все в лесу заблудятся. Chop you down? No. Oh, I can't use an axe on them.
Must be sad, I can use the axe on. We want the bridge, right? Or can we rely on that? Go that way and sneak round. Something in our closet. Oh, right. That way. В шкафу зачастую можно найти что-нибудь полезное. Или бесполезное. Пробовать не буду. I can't chop it up. Спрятаться в шкаф? От кого? Did it just say there was something interesting in here? Autopsy table. Whoa. Oops. Nope. С этим чемоданом Василий Иванович маленьким мальчиком приехал в Москву. А потом оттуда путешествовал. Он был по-настоящему... Да будет вот... А чё я вру? Сколько... Не был... Ну не, понял! Quick run through there. Brian. Something's in our closet at home. Well, there's nothing in the closet. It must be something else. Превратился бы ты, самовар, в самогонный аппарат. Толку было под тебя. Чай ты, Петька, уже стихами. What about... Сейчас мы жахнем этот маленький сундучок этим огромным топором. И что будет? А ничего не будет. Дюжи сундук крепкий. Right. Ухват — вещь, конечно, неплохая, но шашка все же вернее. Шо мы, капиталисты, с тобой кресло носить? Carrying chairs around with us. Well... Я же сказал, это старая, ржавая, сломанная, никчемная и никому не нужная лампа. Спрашивается. Нам-то она нафиг нужна. So, you're the one that's got it sitting in the house. I assumed it would be something useful. Obviously not. Прятаться в шкаф? От кого? Часы отстают с тех самых пор, как сорвалась вторая граната. Oh. Ah, нам бы таких штук 100!
Всем бы показали, что значит сильная рука революции. Hey. You got a key in there. Look. Ой, что это там на дне блестит? Похоже на ключик. Go and get it. Молчит, как рыба. Okay. Ой, что это там на дне блестит? Похоже на ключик. Perhaps I've got to have a fishing rod or something. Вот это я бы взял, но мне Василий Иванович голову оторвет. Как рассолу с утра не увидит, так злится. Right. There's nothing in the closet. В шкафу зачастую можно найти что-нибудь полезное. Или бесполезное. There's nothing in the closet. The next thing is in the closet. There's nothing in the closet. Сейчас мы жахнем этот маленький сундучок этим огромным топором. И a что будет? А ничего не будет. Уже сундук крепкий. Как думаешь, Петька, кому это грозит вождь мировой революции? Не знаю, Василий Иванович, кому? А почему же он тогда улыбается? Утомил ты меня, Петр, своими вопросами. Не время сейчас политформацию здесь выстраивать. Perhaps to give a book to somebody. Stand still. How's the political instruction business these days? Now what? Why so gloomy? Look at all this sunshine. Little hair of the dog so long. So как how? Дела на фронтах политподготовки? Is the political instruction business these days? Все идет по плану. What's the plan? По We какому don't have плану? Any? У нас плана и в помине нет. У вас нет, а у нас есть. У кого это у нас? Ой-ой-ой, я имел в виду у меня. Зря ты так, Фурманов. В следующий раз выражайся поточнее. So do you know where to get a plan? Значит, ты знаешь, где план достать? Нет. Для боевых товарищей жалеешь? Не, мне не жалко. Просто нету. Да ладно, явно тебя жаба задушила. Почему жаба? Во-первых, жаба меня не задушила, потому что я жив. Это в корне опровергает ваше утверждение. Во-вторых, жаба вообще не может меня задушить, потому что она маленькое зеленое существо, питается примитивными насекомыми и чисто физически не может причинить человеку вред. Got a bit in depth there, isn't he? С триангуляцией. Does that sound like me?
Let's go for the hair of the dog. План! Ишь ты! А похмеляться-то лучше водкой! Да? Не знал. Учту. Ну-ну. Chop anything up with an axe in here? Well, it's a bit useless, this table. This apart from the axe, is the only thing we've got from here. And the well. Nope, can't chop that up. Can we use it? What are you bringing up? Bucket of water. But. Надо бы прихватить с собой это ведёрко. Take the bucket with us. Okay. We had to get some milk. He can't let go of the handle. Надо бы прихватить с собой это ведёрко. Wait, we're going to take the bucket with us. Damn it. Out the way. I can't get the bucket now. Нам не нужна старая веревка. No. К тому же, она еще и мокрая. What the bucket? But your mate is in the way. Come on, you. Move. Много раз белые пытались взять Василия Ивановича. Okay, let's go in and come back out again. Let's see if we can get the bucket now. There we go. Сначала хорошо было бы его отвязать. Well, untie it then. Ведро привязано веревкой к вороту. Ведра-то нету. Ворот без ведра. Как виселица без висельника. They say there's no bucket. Wait. Well, come and untie it. Раз. Чего тебе, Петька? Untie it. Сначала хорошо было бы его отвязать.